Более 700 пар собрал в омском велотреке Кубок губернатора Омской области по танцевальному спорту. Своих спортсменов на соревнованиях в возрастных категориях «Дети», «Юниоры» и «Молодежь» представили 5 регионов. Наш турнир очень молодой еще. Мы проводим его всего лишь 4-й раз. Но, как я уже сказал, география расширяется, и очень приятно, что даже с республики Саха к нам приехала делегация. Это очень приятно. Ну и, соответственно, все ближайшие регионы Урала, Сибири у нас сегодня здесь присутствуют. Очень интересные будут соревнования юниорских пар и в латиноамериканской, и европейской программе. Омская танцевальная школа очень сильна именно этой группой. Значит, им достаточно сказать, что в прошлом году у нас на первенстве Сибири в финале танцевало 4 пары, а в полуфинале 6. От Омска, вот это со всех регионов сибирских, да, вот такое представительство было Омска. Поэтому эта группа очень интересная, все эти пары активно развиваются, и мы надеемся, что они покажут нам очень интересный танец в этот раз. Самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. На паркете блистали как начинающие звездочки, так и уже опытные спортсмены. В каждой возрастной категории омичам составляли конкуренцию сильнейшие представители из других регионов. Тем не менее, справиться с волнением нашим парам помогла серьезная подготовка. Мы были в Санкт-Петербурге на чемпионате России. Ну как, вы там выступили? Ну хорошо. Достаточно хорошо. А вот здесь как вам выступать? Здесь как бы спокойнее. И как-то не так встревожены, что пар не так много и попроще танцевать. Пары очень серьезные и... Надо тренироваться, чтобы занимать места. Сколько вы тренируетесь? Мы тренируемся 6 раз в неделю. Ну и занимаем места тем самым. Танцы – это жизнь, это как бы и одновременный спорт, и способ самовыражения. То есть как бы я танцую с 6 лет, и я еще ни разу не пожалею, что я пошла в этот спорт. По результатам соревнований в группах «Дети-1» и «Дети-2» в обеих программах лучшими оказались омичи и тюменцы. В классе «Юниоры-1» по латиноамериканской программе судьи отдали победу гостям из Тобольска – Александру Купцову и Милане Шумиловой. Это, конечно, хорошие эмоции, это радость, это самоотдача, что ты выкладываешься на полную на паркете. Ожидали, что победите? Ну, совсем не очень, но мы старались. В стандарте блеснули омичи Вячеслав Кравченко и Анастасия Вышвыркина. У юниоров 2 победу в латине одержали также представители Омска Никита Ильин и Кай Синдзя. Европейскую программу выиграли наши Кирилл Занилов и Яна Каратун. Мы очень рады, хотим поблагодарить наших тренеров за работу и, в принципе, за все. Спасибо. Расскажите, как готовились к этим соревнованиям? Ну, гонялись, и перед турниром был семинар с Ильей Викторовичем Даниловым. Очень помог, наставил. Поэтому надеюсь, по крайней мере, что сделали все, что он просил. В группе «Молодежь» победителями в стандарте и латине оказались также представители омской школы.